Миноборнауки рекомендовало регионам не сокращать льготы на проезд в транспорте для студентов. В ведомстве подчеркивают, для многих учащихся проезд – это ежедневная статья личных расходов, и эта льгота является для них одной из наиболее значимых. При этом в федеральном бюджете необходимые средства на стипендии и материальную поддержку студентов сохранены в полном объеме. Конкретные решения, кому какие льготы предоставлять и сколько именно будет стоить проездной для студентов и школьников, решают сами регионы. К примеру, в Московской области одна поездка на транспорте для студентов и школьников обходится всего в 1 рубль.